Здравствуйте! В сегодняшней программе «Взгляд с высоты» итоги прошедшей недели, которая, как и предыдущая, оказалась богатой на события. И главная новость последних дней: в Рио губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о своем намерении баллотироваться на пост главы региона. Произошло это на встрече Андрея Бочарова с активом Волгоградского отделения Общероссийского народного фронта. Для себя я принял решение участвовать в выборах губернатора Волгоградской области. Пожалуйста. Сложное решение, непростое решение. Если бы я не понимал и не чувствовал, с одной стороны, силы и возможности, с другой стороны, я не чувствовал вашу поддержку и поддержку жителей Волгоградской области, и у меня не было бы доверия президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, конечно бы, был бы ответ другой. Но интригу в Рио губернатора оставил. Прошу. Вы будете от политической партии или... Я... Андрей Геннадьевич, я приму это решение. И в свое время, уважаемые коллеги, давайте не спешить. Я приму данное решение. Так же, как я принял решение принять участие в выборах как кандидат губернатора Волгоградской области. И решение будет, опять же, открытым, обоснованным. Решение будет понятным, это будет мое решение. Наверное, это заявление Андрея Бочарова было ожидаемым и, несомненно, привлечет еще больше внимания волгоградцев к его шагам на посту главы региона. И уже сейчас многие жители Волгоградской области пристально наблюдают за действиями Андрея Бочарова, которому, как неоднократно подчеркивалось, досталось тяжелое наследие от бывшего губернатора Баженова и его окружения, детальный анализ которого потребует немало времени. Но первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, на этой неделе депутаты Волгоградской облдумы выдали поручение аудиторам КСП проверить обоснованность денежных вознаграждений руководителей государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, а также использование служебного жилья, ибо есть опасения, что некоторые служебные квартиры могли уже стать чьей-то собственностью. Кроме того, депутаты облдумы решили увеличить отчисляемую в бюджет области прибыль ГУПов, ведь выяснилось, что некоторые государственные предприятия, например, «Волгофарм», могут себе позволить, например, выкупать тиражи невостребованных газет у холдинга «Волгомедиа» на миллионы рублей. Также депутаты решили лишить увольняемых чиновников денежного вознаграждения в размере 4-месячных окладов. Напомним, такое право госслужащие получили после прихода на должность губернатора Сергея Баженова. И, надо сказать, многие из астраханских алмазов этим правом уже воспользовались. Теперь, правда, свободно парить они будут уже без золотых парашютов. Продолжается и аудит деятельности самих государственных предприятий и министерств Волгоградской области. И первые итоги уже есть. Например, только начальный этап проверки деятельности Мингосимущества Волгоградской области выявил многочисленные нарушения при операциях с земельными участками. Напомним, руководила этим ведомством Марина Леонтьева, выписанная Сергеем Баженовым из Астрахани. Леонтьева уже уволена, однако вполне вероятно, что у правоохранительных органов, куда передаются материалы проверки министерства, появится немало вопросов к соратнице бывшего губернатора. В центре скандала на этой неделе оказался еще один приближенный к бывшему губернатору гендиректор торговой сети МАН Андрей Воробьев. Управление Федеральной налоговой службы выявило факты неуплаты налога в размере 270 миллионов рублей торговой сети УМАН, гендиректором которой является Андрей Воробьев, депутат областной думы, которого впору назвать хроническим прогульщиком заседания регионального парламента. Надо же, на помощь бизнесу жены экс-главы региона Сергея Баженова у депутата нашлись почти 400 миллионов рублей, а для казны Волгоградской области не оказалось. А другому соратнику Баженова, бывшему заместителю председателя правительства Волгоградской области Павлу Крупнову, все-таки не удалось избежать более сурового наказания за получение отката в 17 миллионов рублей. На этой неделе Волгоградский областной суд переквалифицировал его действия с мошенничества на взятку. В результате приговор Центрального суда был ужесточен с 5 лет лишения свободы в колонии общего режима на 7 лет колонии строгого режима. На наш взгляд, суровость приговора оправдана. Напомним, что Крупнов пытался нажиться на ремонте онкологического диспансера. Но, видно, команда бывшего губернатора ни бога не боялась никого другого. А между тем, Андрею Бочарову приходится исправлять и другие, нет, даже не ошибки, а вполне сознательные шаги бывшего губернатора по отъему социальных льгот у населения Волгоградской области. Так, депутаты Волгоградской областной думы приняли решение о выделении дополнительных 55 миллионов рублей на компенсацию стоимости социальных проездных билетов. В начале дачного сезона все, конечно, интересует вопрос, когда социальные проездные реально подешевеют, но дело за правительством Волгоградской области, чиновники которого до сих пор не могут переформатироваться на новый темп и режим работы. Напоминаю, бюджет, который принимали в прошлом году, нас правительство убеждало, что все в порядке, замечательно. Затем вдруг неожиданное решение о повышении
в разы стоимости проездных билетов. Задаем вопрос правительству, почему? Денег, оказывается, не хватает. Сейчас добавили 55 миллионов. Спрашиваем правительство, где решение? Они говорят, оно еще готовится. Дорогие друзья, сколько оно будет готовиться, люди поехали на дачи, когда вы перестанете депутатов водить за нос. Получается, депутаты упрашивают председателя правительства, министра профильного, сделать это. Ну, что нам заявляют? Значит, все совещания, которые мы провели, оказывается, решение на столе не готово. Ну, послушайте, вы посмотрите на то, как сегодня работает Бочаров. Он не вылезает из командировок, работает постоянно в Москве с министерствами, а здесь такая тихая гавань, по-прежнему продолжают дрейфовать, а некоторые еще и надеются на то, чтобы сейчас где-то и навредить. Подтягивается в социально ориентированной деятельности к областным парламентариям и городская дума. На последнем заседании депутаты Гордумы приняли решение о приобретении для семей, воспитывающих 5 и более детей, микроавтобусов. Деньги найдут в статье расходов на наказы избирателей. Словом, хочется верить, что с досрочной отставкой Сергея Баженова народные избранники все-таки вспомнят, что главное для них – это отстаивание интересов жителей города и области. Своеобразная перезагрузка тем временем произошла и в полицовете регионального отделения партии «Единая Россия». На этой неделе его полномочия были приостановлены, а новый состав планируется избрать на ближайшей региональной партконференции. Что греха таить, во многом благодаря и занятой волгоградскими единороссами политике соглашательства и согласия со всем, что делало на волгоградской земле окружение Сергея Баженова, область оказалась втянутой в глубокие как экономические, так и политические кризисы. Между тем, жители районов Волгоградской области выражают опасения, что процесс так называемой перезагрузки окажется формальным. А что же наши котовские единороссы? Члены нашего политсовета, похоже, не думают лишать себя полномочий. Они, наверное, ставят себе в заслугу крах водоканала, безобразное состояние нынешних дорог, сокращение койко-мест в районной больнице, закрытие 6 школ, разорение 150 предпринимателей. Уже дважды котовские единороссы признавали работу главы района Александра Яковенко удовлетворительной. Нет сомнений, что и в третий раз, несмотря на социально-экономическую разруху, царящую в районе, они одобрят то, что сделал глава. Понятно тогда, почему они не поддержали однопартийцев из регионального политсовета и добровольно не сложили с себя полномочия. Раз так, то каждому из них надо персонально ответить за то, что Котовский район и его жители день ото дня живут хуже. Судя по первым шагам и исполняющего обязанности губернатора Бочарова, отвечать им придется очень скоро. Конечно, все мы сегодня заинтересованы в переменах, и всем нам хочется, чтобы они произошли как можно быстрее, особенно когда видишь, что до некоторых сфер нашей жизни изменения пока не дошли. Например, можно сказать это об информационной политике, которую проводят назначенцы еще бывшие губернатора Сергея Баженова. Снова на кон выставлены многомиллионные заказы на информационное обслуживание деятельности региональной власти. Снова, как и все последние два года, мы видим до боли знакомые заголовки и тексты, только с одной лишь разницей. Вместо Сергея Баженова в них фигурирует новый глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Конечно, и это справедливо вызывает недоумение и неприятие жителей области. О недопустимости продолжения информационной политики в духе баженовщины недавно высказался известный волгоградский политолог Инна Прихожан. Медийное сопровождение действует еще по инерции, и в этом есть одна из опасностей для нового губернатора. Потому что за последние годы настолько привыкли к... что средства массовой информации обслуживают персону губернатора, что это вызывает отторжение. И вызывает отторжение довольно решительное. Поэтому мне представляется, что и медийному сообществу надо немножко перестроиться, и губернатору дать суровые указания не восхвалять собственную персону, а разъяснять те действия, которые предпринимаются. Об этом же говорит и генеральный директор информагентства «Высота 102» Александр Осипов. Я полагаю, что та темная масса в СМИ, которая сопровождала Баженова в последнее время, она осталась на своих местах. Я бы посоветовал помощникам Бочарова сейчас, который занимается медиа его сопровождением, не слишком увлекаться, потому что они делают его заложником всевозможных благостных заявлений. Излишняя детализация некоторых нерешенных вопросов, например, по промышленности, ставят в Рио губернатора в неловкое положение, потому что не все зависит от его желания наладить ситуацию, а многое зависит от ситуации, уже сложившейся. Нужно прекратить создавать культ личности, нужно создавать нормальную, внятную,
информационную платформу для всех органов власти, которые взаимодействуют с деловым сообществом, с населением, с общественными организациями. Председатель Волгоградской областной думы Владимир Ефимов, между тем, уверен, что перемены в недалеком будущем. И у нас есть понимание, что вот в сегодняшней редакции бюджета в основном это принятие решения по федеральным денежным средствам. Остальные несправедливые перераспределения, о чем правильно сказали коллеги, конечно, должны быть и будут обязательно поправлены. И новый министр финансов Дождеев уже приступил к этой работе. И сегодня на коллегии Минфина находясь, мы в постоянном контакте находимся, значит, он эти вопросы пытается решить. Терпение нам всем. Перемен ведь мы с вами ждали 2 года и 2 месяца при Баженове, 2 года при губернаторе Анатолии Боровко. Ну, конечно же, сегодня мы поздравляем всех православных со светлым праздником Пасхой. Любви вам и счастья. До свидания.